Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Вот он установлен на двухсторонний скотч на мой тестовый объектив. И сейчас я вам продемонстрирую его параметры. Фокусное расстояние запрограммировано 12 мм. И диафрагмы от 2,8 до 22. Это специальная полочка для наклейки на Аракс или подобные адаптеры без поверхности. Калибр, клей и ваш байонет. Вот здесь я на байонете заштриховал карандашом место, где нужно клеить одуванчик и, соответственно, удлинить вот эту серебристую часть байонета. Если бы была старая конструкция, не юбка бы не ходила таким образом, потому что в старой конструкции, в более правильной, юбка неподвижная, а двигается только сам рычаг управления диафрагмой, то тогда проблем бы не было. Я установил бы на черную юбку, дорастил бы ее до уровня байонета специальной пластиковой прокладкой, и все было бы нормально. А таким образом я даже не знаю, потому что протачивать на черном металле до какой глубины я даже не знаю, потому что, вот видите, когда она двигается до вот этой риски, должна быть проточка, а здесь находятся подшипники, которые... Тут может быть круглая, может быть в виде колбочек. Поэтому я не стал рисковать. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.